Чтобы рост цен на топливо не ударил по ставропольским аграриям, губернатор края Владимир Владимиров предложил ввести специальные компенсации. На еженедельном совещании он обратился к членам правительства с поручением подготовить соответствующее обращение к федеральным коллегам, чтобы можно было за счет бюджета возвращать часть затрат на ГСМ. Напомним, через 2 недели в крае начнется уборка урожая. Пойдут падать сельхозпредприятия. Я даже не представляю, что творится сейчас там в центральной России. Они начнут падать у нас. А будет падать сельское хозяйство, все мы начнем падать. Готовьте обращение, вплоть до предложения в адрес правительства о введении ранее действующей программы компенсации 30% стоимости ГСМ. Даже с учетом нашего софинансирования. Также прозвучало на совещании, в крае запретят строительство жилья в зонах возможного подтопления. Нельзя на этих землях будет вести и хозяйственную деятельность. Осталось определить конкретные границы, на что из краевых средств выделено 53 миллиона рублей. Таких нет.